Эта торговая точка в микрорайоне Садовый работала больше года. Здесь продавали продукты питания. Как утверждают представители городской власти, киоск установили самовольно, без необходимых согласований. Поэтому теперь он будет снесен. Сколько сейчас примерно на территории Мотовилихинского района находится незаконно размещенных объектов? Порядка 26. На территории района? Да, по 7 уже суды состоялись, которые вот уже можно сносить. И еще порядка 7-8 тоже в судах документы находятся. На днях Пермская городская дума внесла поправки в порядок сноса незаконно установленных объектов. Новые правила предоставляют больше полномочий администрациям районов и позволяют демонтировать подобные торговые точки без решения суда. Дали практически год сроку предпринимателя для того, чтобы, с одной стороны, добросовестные привели свои документы в соответствии с действующим законодательством. В городе сегодня около 400 объектов незаконно размещенных. Это и некапитальные объекты, это и киоски, и ларьки, которые точно не являются украшением нашего города. Безусловно, необходимо действовать в рамках законодательства. Администрация сегодня ведет переговоры с предпринимателями. Глава Перми утверждает, прежде чем принять новые правила, была проведена большая работа. Консультации со специалистами, представителями бизнес-сообщества, было учтено и мнение жителей города. Достаточно законных торговых точек. Так что то, что незаконно построено, убирает и правильно делает. Власти подчеркивают, подобные меры касаются только тех киосков, которые были установлены самовольно. Глава города поручил специалистам составить реестр всех городских объектов мелкой розницы, чтобы навести в этой области порядок. Юлия Зыкова, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.